вас состоит наша энергоработа на Белухе, которую я обещала вам передать, энергия этого места. В общем, в этом месте можно думать обо всем, что угодно, делать любые посылы, любые запросы, потому что оно реализует абсолютно все. И здесь даже мыслится чище, мысли идут гораздо правнее, и на любой запрос можно получить абсолютно равноты. Поэтому недаром это место называют нашим российским Тибетом. Не забывайте, что Белуха, несмотря даже на то, что говорят про Байкал, про Иркутск, является самым сильным местом России, и это наш российский Тибет, поэтому сильнее, это наш российский, вернее, Кайлас, сильнее места в России вы не найдете, поэтому сюда ездит очень много туристов и иностранцев, здесь действительно чудеснейший просто энергоподъем, и мы в будущем будем проводить сюда туры, организовывать, потому что здесь получается реализовать абсолютно все. Я говорила, что именно на Белухе первый раз открылась школа Белого Лотоса. Что такое? Здорово. Все хорошо. Начало нашей школы открытия было именно здесь. Я хочу вам передать сейчас энергию этого места для того, чтобы вы смогли через них поработать, принять существ, энергию создателей, сделать запросы, пустить что-то на самореализацию, на проработку. Вы можете много раз просматривать это видео и по каналу, и по Белухе, оказаться здесь вместе с нами и что-то проработать. Дали вам маленький кусочек Белухи, они сказали, конечно, кто захочет прям глобально проработку сделать, тот сюда приедет, и это место сразу, могу сказать, очень строго, оно не всех пускает, потому что, несмотря на то, что вроде казалось, сюда легко приехать, у всех начинается миллиард сложностей, оно не всех допускает до себя, и сюда добираться нужно пешком внутри или на конях, потому что сюда нет дороги. Но, тем не менее, хотя бы кусочек маленькой энергии я вам все равно передам, и через него вы сможете проработать, насколько это можно в передаче сделать через интернет или через пространство. А остальное, конечно же, при встрече уже в своем личном присутствии вы сможете вернуться в этот мир и получить больше заряда энергии. И до новых встреч, новых волшебных!